Всем привет! Вы на канале Amigurumi Life, это канал о вязании. И сегодня у нас 6 марта, Масленица, прощенное воскресенье. Поэтому мы отправляемся на ярмарку. Вообще, по идее, должно было быть две ярмарки. Одна в парке культуры, такая масштабная, вторая более маленькая, на территории небольшого крытого рынка. Но в связи с сложившимися событиями, конечно же, в парке культуры все отменили, и осталась только вот эта вот небольшая ярмарка. Мы все-таки решили поехать. Может быть, что-то здесь будет хорошо получаться, может быть, получится хорошие продажи. В общем, в любом случае решили попробовать и съездить. На данный момент мы приехали уже на место. Я пока вот сижу в машине, потому что достаточно холодно у нас сегодня. Сильный ветер и минус 6. Прям вот на улице, конечно, стоять некомфортно. Вот. Ну и приехали мы достаточно рано, поэтому, соответственно, еще ни мероприятие не началось, ни сцены нет, ни мастеров практически, еще никто не подъехал. Вот, поэтому можно посидеть в машине. Вот прям рядом с машиной стоит мой стол. Мы его просто накрыли скатертью, и, в принципе, на этом все и закончилось. Не стали больше ничем заниматься. Вот, чуть попозже уже будем раскладывать. И вот там, если я вам сейчас попробую приблизить, вот тут. Вот. А мама вот в синей куртке, в общем, ставит второй стол. Вот, решили тоже поставить в двух местах. Долго думали, как нам лучше сделать, поставить один большой стол, чтобы привлекал внимание, потому что площадь вот этого мероприятия, она не очень большая, либо разделиться на два. Я все-таки предложила сделать два места, потому что одно место, оно практически на входе и на выходе. Второе место в середине, напротив сцены. И я считаю, что, ну, так, наверное, будет лучше, чем один большой. Поэтому будем пробовать на двух столах. Пока что, как я говорю, ничего не распаковывали, ничего не делали, просто накрыли скатертью и сидим, ждем. Чуть позже уже будем расставлять игрушки. Вообще территория не очень большая, вот начиная от палатки, да, вот таким прямоугольником и до конца вот здания, ну, практически небольшой пятачок. Но это не значит, что мы прямо ожидаем достаточно маленьких продаж. Последний раз, когда мы так отправлялись тоже на ярмарку, буквально там был небольшой пятачок, и в основном там были, ну, там продукты и так далее. Мы не ожидали ничего, но в итоге мы не ожидали ничего, но в итоге получилось, что продажи были, блин, в два раза больше, чем на каких-то там больших ярмарках. Поэтому здесь совершенно не угадаешь. Но будем надеяться, что сегодня у нас все пройдет удачно. Ну что же, один стол мы расставили. Вот так он выглядит. Второй еще пока в процессе. Совсем скоро уже начнется ярмарка. Поближе вам покажу. Может быть, увидите что-то новенькое, что еще не видели в обзоре игрушек, потому что я не показывала. Кстати, меня просили показать вот этого лиса, который у меня получился. Вот так он выглядит. Вот если не продастся, то, конечно, более подробно покажу вам уже в обзоре игрушек. Так выглядит. В этот раз у нас очень много мелких игрушек. Вот посмотрите, тут и совушки, и авокадушки, котятки, человек-паук. Ёжики наши любимые, зайки, котятки, в общем, кого только нет. И, кстати, вот моя новая Каролина, которую я вам не показала еще в обзоре. Так она выглядит. Вот. Так что вот такой богатый стол. И могу сказать, что у меня еще в сумке очень много игрушек. У меня просто они даже не поместились на стол, чтобы их выложить. Вот. Ну, а там мама расставляет тоже. У нее тоже там большое количество игрушек. В общем, навязали мы очень-очень много. Итак, покажу вам второй стол. Не стали мы здесь какие-то много подставок делать. Так. Просто вот так игрушки разложили. В основном здесь маленькие, так, мелкие. Уже прям замерзли. Вот. Может, видите, мне кажется.
Вот так вот все выглядит. А, уже началась программа. Там вот, идут уже игры для детей. Вот. Что могу сказать по нашим продажам, то они у нас уже есть, и мы очень довольны. Вот. Так что ждем продолжения праздника и ждем много-много покупателей. Так что могу сказать, я сейчас зашла в открытый вот павильон, где вообще находится сам рынок, с помощью которого проходит эта ярмарка, потому что они являются организаторами. Нам, кстати, наливают сегодня бесплатный чай. Вот, поэтому я очень замерзла, решила сюда прийти хотя бы минут 5-10 посидеть и согреться. Уже пойду опять дальше, потому что вот сегодня ветер очень сильный и холодный. А что по поводу продаж, то у нас проходит все хорошо. Нас все устраивает, даже продалась одна большая игрушка, енот. Вот. В основном, конечно, это маленькие игрушки, какие-то брелочки, супергерои. Вот. Человек-паук у нас уже, кстати, закончился. Там, по-моему, одна игрушка только осталась на одном столе у меня, вот ее уже нет. Вот. Надо было готовить больше. Но, собственно, мы довольны. Сейчас время 12 часов дня. У нас ярмарка до 3, то есть по идее нам еще 3 часа. Вот. Ну, будем надеяться, что продажи будут еще лучше и еще больше. А, наверное, подключусь к вам уже чуть позже. Туда, Калуха, на нас разгляни! Дальше! Давай, пойдем! Опа! Решил снять вам вот такой ракурс из машины. В общем, мы собрали один стол, а тот, который был он там подальше у мамы. Вот, и решили оставить вот этот один, который рядом у нас стоит. Вот, потому что осталось, в принципе, один час до сожжения чучела, и мы уже и подзамерзли, но и не так много народа. Уже, в общем, решили, что все игрушки перенесем на один стол и будем, собственно, работать вместе на одном. Я пока греюсь в машине. Не буду там снимать на самом мероприятии, потому что там очень громко играет музыка, и я думаю, что меня просто не будет слышно. В общем, пока я греюсь, расскажу вам. Мы планировали, по идее, уже до сожжения чучела уехать немного раньше, потому что, ну, уже подустали, и я не думаю, что придут люди какие-то еще, вот кто пришел, те и будут. Собрали пока один стол, решили уже собирать второй, тут началась какая-то веселуха, начали люди какие-то новые подходить, вот, поэтому начались опять продажи, решили остаться, вот, будем, наверное, все-таки ждать сожжения чучела, тем более осталось всего один час. Вот у деток наши игрушки. Очень приятно, когда вот так в столбе находишься на игрушке. А мы уже около масленицы. Сейчас уже будет жарить. Ну, на голову сюда мне не лезет. О, задымилась, это как? Ой. Ура! Ой, боже, ой, как хорошо! Мне платье сгорело. Пойдем. Молилась. Голова сейчас. Все, чучело развалилось. Все.
Корсет, все, хватит. Ну что ж, чучело сожжено, время 3 часа дня, сейчас потихонечку люди уже начинают расходиться, и мы тоже решили заканчивать свою ярмарку, собираться и отправляться уже домой отдыхать, потому что сегодня уже устали, мы здесь с 9 утра, конечно. А зимой на ярмарку ходить очень тяжело по сравнению с летом, когда можно целый день, да, прекрасно себя чувствовать. Вот, поэтому сейчас будем уже собирать стол. Последние наши, наверное, сегодня покупатели, потому что сейчас мы быстренько все уже покидаем в сумку. Сумка уже вот готова стоит. И отправимся домой. А радует то, что сегодня рядом машина стоит, то есть можно было в нее прыгнуть и хотя бы немножечко погреться. Ну и вот напротив вот это здание тоже там можно было зайти, там попить чай или пирожок какой-нибудь. Ну вот, еще две игрушечки в наш блокнотик с продажами. Сейчас запишем. Ура, ура, ура! Хочу показать вам, какую мы сделали карточку. Мы ее заламинировали, то есть здесь штрих-код нашей группы ВКонтакте и нашего профиля в Инстаграм. Очень, кстати, хорошая такая штука. Во-первых, она под пластиком, когда какой-то там дождь или еще что-то, она не размокнет. И очень много людей вот именно подписываются вот так, сканируя наши штрих-коды. То есть вот для мастеров это очень классная вещь. Если у вас такой нет, то обратите внимание, обязательно себе сделайте. Ну что ж, девочки, я уже дома. Приехала уставшая, замерзшая, но дико довольная. Ярмарка прошла очень-очень даже хорошо. Даже несмотря на то, что у нас было достаточно такое маленькое мероприятие, там вот буквально пятачок, какой я вам показывала, и не так было много народа, не так было какой-то развлекательной программы. Там был всего лишь один человек, который пел, там на балалайке, на народных инструментах играл, и второй человек проводил конкурсы. Но как бы конкурсы такие в течение каждые 15 минут по конкурсу. То есть не полностью прям развлекательная программа от начала и до конца. То есть провели конкурс, потом там какой-то промежуток, потом еще один конкурс. И за эти конкурсы ребятишкам давали призы. В основном это купоны, где они могли бесплатно попить чай с блинами. В общем, ну, достаточно весело было, но я говорю, что мероприятие было вот крайне-крайне узкое и очень маленькое, но даже на этом узком мероприятии продажи были замечательные. У нас продались две большие игрушки. Это кот с сосисками. Если вы его видели на столе, наверное, скорее всего, заприметили, он был одним из новинок. И, кстати, по-моему, в Инстаграм мы показывали с ним небольшой рилс. И вторая большая игрушка – это енот. Она как бы по размеру не очень большая, но она на каркасе и достаточно дорогая. Все остальное, конечно же, было по мелочи. В основном там брелочки, какие-то небольшие игрушки, но итог меня порадовал, мне очень понравилось, достаточно хорошо, и большое количество игрушек у нас закончилось. Поэтому нужно набираться опять сил, начинать вязать. Конечно же, это будут в первую очередь супергерои, потому что Человека-паука у меня не осталось, Бэтмена не осталось, кальмаров остался один маленький брелочек. Ну, в общем, Железный человек, по-моему, тоже не осталось. В общем, надо будет посмотреть, что у меня там
еще в наличии есть и что нужно будет подвязать. Поэтому в ближайшее время скоро выйдет влог, я вам покажу, что я буду вязать, какие игрушки и, в общем, будем готовиться к следующей ярмарке. В этом же месте, скорее всего, ярмарка будет еще на Пасху, но я не знаю, есть смысл туда на Пасху идти или нет, потому что, ну, по идее, на Пасху все занимаются своими делами, есть семейный праздник, гулять вряд ли кто пойдет. Вот. Но посмотрим, видно будет, что вообще нам предложат еще организаторы, может быть, мы поедем еще на какие-то ярмарки, я просто в этом уверена, что именно так и будет. Ну а на этом сегодня видео я буду заканчивать. Я надеюсь, оно вам понравилось. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, если вы вдруг еще этого не сделали. А я вас уже буду ждать в следующих видео. Все, всем до новых встреч. Пока-пока.